несмотря на то, что концерт называется романтический, мы там слышим абсолютно средневековые мотивы. Бубны, барабаны, резкие эти кварты, квинты. И романтизм вот того времени, когда было рыцарство. Вот удивительно. Мне кажется, в связи с нашим инструментом такого еще не было. Совершенно другой звук. Он очень специфический, он очень особенный, и ты достаешь вот эти новые ящички, открываешь новые специи, достаешь, вот как, я не знаю, как, может быть, в кулинарии, да, это новое, вот такой новый рецепт, такой немножко, это всегда интересно, да, на вкус, вот как это будет работать. Музыка, она может поверх слов и должна действовать на слушателя просто как поток звуков, от которого человек делается выше, чище, я надеюсь. Фестиваль новой музыки мне очень нравится, во-первых, самое главное, открывать новую музыку и добавлять ее в свой плейлист. То есть основное... А у Штанонова, например, я добавил песни, музыку и так далее. И сегодняшний концерт с аккордеоном я бы тоже хотел найти и добавить.